Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы покажем вам, как сделать оригинальную обложку для тетради или для записной книжки. Прежде всего, нам понадобится тетрадь, сшитая спиралью. В обложке мы проделываем прямоугольное окошко. Для того, чтобы заполнить получившееся пространство, нам понадобится прочный полиэтилен. Мы воспользуемся прозрачной обложкой, из которой надо вырезать два прямоугольника по размеру тетради. Теперь с помощью утюга спаяем края прямоугольников. Одну сторону оставляем открытой для заполнения внутреннего пространства. У нас должна получиться прозрачная полиэтиленовая емкость с открытым верхом. Чтобы приготовить наполнитель, смешаем растительное масло с водой в одинаковых пропорциях. Для яркости добавим красителя. Для поддержания общей цветовой гаммы всей обложки мы используем краситель черного цвета. Заливаем наполнитель в полиэтиленовую емкость. Желательно максимально выпустить воздух из пакета. Теперь можно запаивать верх пакета. Приклеиваем пакет с жидкостью к обложке. Чтобы конструкция была прочной, приклеиваем каркас из ПВХ по контуру выреза. Вместо ПВХ можно использовать любой толстый картон. После высыхания клея у нас получилась тетрадь с оригинальной обложкой, которой можно развлекать себя в скучные минуты. Кроме того, получившееся углубление можно использовать для хранения мелких предметов. Если вам понравилось это видео, возможно, вам понравятся и другие видео с нашего канала. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал.